21 век сердечно поздравляет челябинцев с новым 2017 годом. Мы желаем вам здоровья, любви, успеха в делах и благополучия. Всегда рады создать для вас неповторимый образ в последних тенденциях моды. Удачных вам покупок! Всегда ваш 21 век! В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Готовясь к Новому году, нельзя обойти внимание застольную тему. Неважно, будет ли это собственно приготовленный ужин или же выбранный из меню любимого ресторана. Несколько идей для гастрономического вдохновения прямо сейчас. В преддверии праздников набирают популярность тематические ярмарки и вечеринки, в которых можно проявить всю свою фантазию. Так, например, в Высшей школе сервиса и туризма прошла ярмарка в стиле Гарри Поттера «Christmas at Hogwarts». Так как Гарри Поттера любят все, да, в это подключились и преподаватели, захотели взять на себя роли преподавателей Хогвартса, в это подключились вообще все кафедры, и мы считаем, что наш институт – это интерпретация Хогвартса с такими же волшебными преподавателями, необычными барами и необычной атмосферой. В книгах Джоан Роулинг часто описываются роскошные пиры волшебной школы Хогвартс. Некоторые из рецептов удалось воспроизвести на этой ярмарке. Так, например, гостям предложили усыпляющие пончики, эдвардианский тыквенный торт, лимонный торт безе миссис Уизли и много других вкусностей. Подготавливаться мы начали уже буквально за полтора месяца, то есть уже начали все решать, искать рецепты. Рецепты, да, действительно было трудно найти, потому что, ну, просто это какая-то новая тема, Хогвартс, никто еще ничего такого не делает, мы решили сделать. Это одно из блюд из фильма. В нем такая начинка остренькая, перец чили. Но на самом деле внутри кокос и шоколад. Магическая обстановка, притягивающая и манящая, как для взрослых, так и для детей. И многие мечтали бы оказаться в мире волшебства и невероятных приключений. Такая возможность появилась у студентов и преподавателей, которые поддержали идею ярмарки и переоделись в костюмы героев книги. Сегодня я в роли профессора Дамблдора, директора школы Хогвартс, а костюм такой, поскольку меня очень срочно вызвали сюда. Я прямиком из дома, только успел накинуть халат и трансгрессировал прямо сюда. Ко мне пришли ребята и попросили меня поучаствовать в роли Хагрида. Ну, я, естественно, согласился, потому что это жизнь института. Я всегда поддерживаю любые
А начинали, вот, позвали, я пришел. Но, к сожалению, вот только борода пропала, поэтому я сегодня бритый Хагрид. Меня попросили быть профессором МакГонагал. Вот. Особо любимой она у меня не является. Ну, декан, декан. Так что, что предложили, то и взяла, что называется. Согласитесь, нечто такое свеженькое, креативненькое и так далее. Не совсем новогоднее, но тем не менее. Ну и заодно дает возможность оторваться и студентам. Он как они судьи говорили, да, особенно привидения, и нам, преподавателям. Мне очень нравится эта идея. Я сегодня в роли полуфила. Вот это немножко взбалмошная девушка. У меня даже сегодня специально сережки, редиски и украшения из коробки специально в честь этого праздника. Идея этой ярмарки не просто в угощениях и развлекательной программе. Участникам проекта удалось воссоздать еще и особую атмосферу, по-настоящему волшебную и сказочную, которая оставит в памяти приятные эмоции. Тенденции макияжа с подиумов и глянцевых журналов на первый взгляд ничего общего не имеют с реальной жизнью. Между тем, содержимое своей косметички или, как говорят профессионалы, схему макияжа необходимо время от времени обновлять. Как именно, рассказал на своем мастер-классе звездный визажист Юрий Столяров. Всероссийскую известность визажист Юрий Столяров обрел благодаря участию в телевизионных проектах. В профессиональных кругах его знают как официального визажиста марки Maybelline и участника Нью-Йоркской недели моды. Секретами мастерства Юрий поделился как с профессиональными визажистами в рамках частного мастер-класса, так и со всеми желающими в формате лекции. В интервью 31-му каналу Столяров рассказал о личном успехе, модных тенденциях, маркетинговых уловках производителей декоративной косметики и индивидуальном стиле. В моей жизни все приходит само собой. И вот когда я не поступил когда-то на факультет журналистики МГУ, потому что очень плохо знал английский язык, там я встретил мою нынешнюю супругу, и на самом деле именно из-за нее я стал заниматься макияжем. А потом уже стали подтягиваться люди сами с собой. Я повторю, я никого не искал, которые мне говорили, что тебе обязательно нужно этим заниматься, находились какие-то преподаватели. То есть это похоже, с одной стороны, на мистику, с другой стороны, нужно было просто дождаться людей, которые принесут все на блюдечке. И принесут лучших преподавателей, интересные стажировки, тут же работу и так далее. Все это приходит само собой, честно. Но в моем случае это так. Зарабатывает деньги визажист чаще всего именно работая с клиентами, неважно, какие они, звездные, не звездные. Это девушка-невеста, которая хочет там один раз в жизни, может быть, воспользоваться услугами визажиста, и больше у нее никогда такого шанса не предоставится, и она, ну, и не будет, может быть, даже потребности в этом. Кто-то пользуется услугами визажиста постоянно, но неизменно одно. Очень важно, чтобы человек, ваш клиент, чувствовал себя при этом красивым. А для этого нужно быть, конечно же, внимательным к деталям, б, внимательным к людям. Я как только встречаю человека, визажиста, девушку, молодого человека, неважно абсолютно, который пренебрежительно относится к клиентам, у которого главный критерий – это вкус у меня хороший, у всех остальных плохой, я сразу не рекомендую этому человеку заниматься этой профессией. Просто потому, что он попирает самый, на мой взгляд, главный принцип. Подиумные тенденции сейчас на самом деле отличаются от того, что многие девушки получают в обычном салоне красоты, в прямо противоположную сторону. То есть многим кажется, что на подиуме это какие-то совершенно безумные макияжи и тонны косметики на лице. Но я могу сказать, что работая много сезонов в Нью-Йорке, ну, 90% показов – это очень естественный макияж, гораздо более естественный, чем многие жительницы Челябинска получают в салоне красоты на самом деле, просто потому что, ну, там, визажист не следит, например, за тенденциями, не понимает, как современная девушка должна выглядеть. То есть там 10 лет назад человек отучился на курсах, да, и вот все 10 лет он оттачивает свое мастерство изо дня в день, причем абсолютно одинаково. Все сильно меняется, и сейчас подиумные тенденции иногда гораздо мягче, гораздо прозрачнее, чем, я повторю, там, макияж в традиционном понимании.
Я считаю, что собственную концепцию макияжа нужно менять в зависимости от времени суток, времени года и, самое главное, ситуации. Вот это принципиальный момент. Не может быть абсолютно одинаковый макияж на гламурной вечеринке, утреннем мероприятии, там, свадьба друга, да, и... там, вечернем ужине, да, то есть это абсолютно разные макияжи, это абсолютно разные концепции, и очень здорово, когда каждая девушка, имея такую возможность сейчас, да, меняться в зависимости от ситуации, быть уместно накрашенной, с уместным макияжем, уместно одетой, уместно причесанной, я считаю, что девушка должна это использовать. Я много лет работаю в проектах на телевидении, снимаем YouTube-канал и так далее. Я веду мастер-классы открытые, где по контракту у меня не может быть в руках косметики другой марки, например, да, ну, то есть в кадре на телевидении. Я делаю все только маркой косметики, с которой у меня подписан контракт. И я делаю, ну, на мой взгляд, достаточно интересный макияж. Совсем не обязательно тратить деньги на красивую упаковку, например, если вам нужно получить результат макияжа. Я, например, очень часто вообще покупаю там запасные блоки, если мне нужен какой-то продукт, который вот мне необходим. Я не покупаю это в красивой упаковке, потому что упаковка же тоже стоит денег, вы же понимаете. Но это время совершенно точно, время карнавальное, когда вы можете себе позволить то, чего не позволяли, не можете себе позволить каждый день. Насыпьте блесток на голову, смешайте тушь для бровей с глиттером, сделайте блестящие брови. Я считаю, что это время карнавала, чтобы это было весело, чтобы это было по-настоящему необычно. Я очень советую всем девушкам попробовать то, что давно мечтали. Может быть, обратиться к услугам визажиста, может быть, попробовать это сделать самим. Но, на самом деле, многие модные тенденции исполнить совсем-совсем несложно. И самое главное, второе золотое правило, делайте только один яркий акцент. В этом случае, скорее всего, вы не ошибетесь. Пусть это будут только яркие глаза или только странные, сложные, блестящие или, наоборот, глубокие матовые губы или, например, блестящие брови или вообще глиттер по всему лицу. Пусть это будет смешно, весело, это время карнавала, но даже используя такие необычные продукты, можно выглядеть красиво и не вульгарно. Инновационная система бережного отбеливания Клокс. Спрашивайте в группе клиник «Стоматологическая практика». Новогоднее предложение от территории тайского спа. При покупке 2 сертификатов третий в подарок. Тайвай. Российская 206. Телефон 223-23-20. Benefit. Легендарные косметические продукты и оформление бровей в фирменном броу-баре. Benefit в Челябинске, в Ильдебате, Горки. Медико-косметологический центр «Артмедика». «Артмедика». Методики выполнения блефаропластики, фейслифтинга, отопластики. Проспект Ленина, 12А. Вы смотрите программу «Beauty Time». Продолжаем выпуск. Всем известно, что массаж – одна из самых эффективных практик оздоровления. Многие популярные сегодня техники имеют восточные корни. На протяжении веков с их помощью лечили различные недуги, а в современных спа-салонах массажи делятся на спортивные, лимфодренажные, релаксирующие и моделирующие. Отдельная категория – это детский массаж. Сегодня вместе с нами его познают на практике юные модели Валерия, Вероника, Кристина, а также их мама-красавица Ирина. Детские массажи направлены на целостное оздоровление организма. Они улучшают кровообращение, устраняют гипервозбудимость, благотворно влияют на концентрацию и работоспособность. Сама процедура занимает не больше 45 минут. Вообще, дети, которые у нас уже были, часто просят родителей привести их снова на массаж. Техники разработаны с учетом особенностей и потребностей детского организма, в которых отсутствуют резкие движения или слишком сложные манипуляции.
Тайские и балийские массажи помогают быстро снять нервное напряжение и усталость, расслабить мышцы и устранить неприятные болезненные ощущения в шее и спине. А еще восточные спа-ритуалы – это прекрасный вид семейного досуга, особенно в новогодние праздники, когда много свободного времени и хочется проводить его разнообразно. Это Beauty Time – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Наряды к новогодней вечеринке, проходящей в ресторане или клубе, подбирают торжественные и яркие. Но что же касается праздников домашней обстановки, семейном и дружеском кругу, что ближе к российским реалиям, здесь на передний план выходит комфорт. Трикотаж, привычный в повседневной одежде из-за его комфортности, вечерней моде лучше всего, если он будет с ярким принтом. В современных моделях его функции не только привлекать внимание, но и выгодно расставлять акценты или корректировать пропорции. Следующий вариант – простой и одновременно классический – платье в черных тонах. Дабы не слыть скучное на праздничное преображение, лучше отдать предпочтение интересным деталям. К их числу относятся асимметричный крой, совмещение фактур и, конечно же, блестящие декоры. Самая универсальная идея, которая послужит после праздников в рабочих буднях – это комплекты из юбки и жакета или топа. В таких вариантах важно наличие фактуры более дорогих материалов – жаккарда или бархата. Выходы в свет, светские мероприятия хороши в меру, а именно, когда есть время для уютных домашних праздников со своей особенной атмосферой и ощущением комфорта, которую также дарят и уютные наряды. Клиника лазерной хирургии и косметологии «Диплекс». Легендарная клиника, где меняются судьбы. Информационный портал доктора Диплекса «Моя-новая-жизнь.рф». Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Сони Кривой 30. Она прекрасна. Дарите лучшее. С Новым годом! Ваш меховой бутик «Фиера». Группа клиник «Стоматологическая практика» представляет имплантацию от кандидата медицинских наук Дмитрия Владимировича Плюхина. Все сюжеты Beauty Time, модные новости и анонсы событий всегда на сайте bt31tv.ru. А у меня все, до встречи. Каждую неделю на сайте bt31tv.ru фотоконкурс с призами от кондитерской «Наполеон». Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику. 211-50-30. Стилисты проекта. Модный дом «Я», имидж-студия Елены Ивановой.